Навыки, полученные в Афганистане, пригодились и в мирное время. Баталии на информационном поле от журналистов тоже требуют держать удар. Валерий Штепа сегодня возглавляет организацию ветеранов Афганистана и ветеранов-журналистов. В свое время почти сразу решил, второе образование будет журналистским. До сих пор не разочаровался, ведь слово порой бьет сильнее любого огня. Два бойца в одном лице. Если я закончу факультет журналистики или факультет филологический, это не важно, и стану журналистом, то, ну, может быть, это выспренно звучит, то я буду владеть двумя видами оружия. Слово тоже оружие, говорит ветеран, и его необходимо использовать во благо. Он намерен защищать права людей, несмотря на возраст и усталость. Председатель Самарской областной организации Союза журналистов России Ирина Цветкова отметила бодрость духа настоящего мэтра самарской журналистики. Очень приятно, что многие наши ветераны еще в строю работают. Пишут, занимаются общественной работой. Наши ветераны, считаю, самый активный такой народ. Ну, наверное, профессия обязывает к этому. Быть активными и даже уже на отдыхе. Встреча ветеранов-журналистов с ветеранами афганской войны состоялась во второй раз. В областном союзе журналистов надеются, совместные мероприятия станут традицией. Лариса Шлафаст, Анастасия Зубарева, Владислав Манин. События.